Доброго времени суток. Так, разыгрываем 8 колод. Сейчас узнаем, кто победитель. Так, вот смотрим, у нас 224 человека поделились, но на сайте зарегистрировались только 197. Поэтому мы сейчас определим ВКонтакте и спросим логин, чтобы узнать, зарегистрирован ли он на сайте. Если нет, то победителя будем выбирать заново. Значит, вот. 223, уже 4. Переходим на сайт рандом. Тут получается 5 страниц. Генерируем страницу. Выходит вторая. Смотрим. Так, вторая. И вот тут 50 человек. Один из них будет победителем. Так, 50. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Константин Тараненко. Так, переходим и смотрим. Есть пост. Пост. Так, это не тот. Опа. Нет нужного поста. А там даже написано было топ-5. Этот человек не получает колоду. Генерируем заново. Так. 5 страниц. 2. Вторая страница. Опять, да? Так, нажимаем. Обновляем. И опять до 50. 4. 1, 2, 3, 4. Андрей Тимохин. Смотрим. Так. Вот пост. Смотрим, если подписан ли он на паблик. Андрей Тимохин. Есть. Осталось у него узнать, зарегистрирован ли он на сайте. Если да, то он получает все 8 колод. Вот, кстати, я уже их упаковал, осталось только отправить. Значит, пишу. Что человека нет онлайн, поэтому ждем. На этом все. Если этот человек зарегистрирован, то приз он получает. Конечно же, я его попрошу снять видео, либо хотя бы фотографию, как он получил эту посылку. Если же он не зарегистрировался на сайте, а таких примерно, ну вот, посчитайте, 197 и 224. Около... Так, получается, 27 человек не зарегистрировались. Если это так, то сделаем еще одно видео и узнаем победителя заново. Спасибо за внимание.